Всем привет, приветики, канал iCatV, с вами Павел. И мистер Кис. Ребята, мы начинаем сегодня играть в игру Панго Многоликий. Вау! Панго это такой енот. Панго способен трансформироваться. Вау! Панго супергерой. Это Давайте секрет. Давайте узнаем, что это за секрет. Белка застряла в дереве. Помогите, это помогите! Это миссия для Супер Панго. Подлетите к белке. Вау! Отлично сработано. Белка спасена. Ой, какой молодец! Супер Панго! Кролик потерял свою игрушку в высокой траве. Найдите потерянную игрушку. Ребята, ставьте лайки и подписывайтесь на канал iCatV, будьте в курсе новых серий игры Панго. Ой, спасибо, Супер Панго! Еще одна миссия выполнена. Какой он молодец! Что делает лиса на стуле? Я так боюсь мышей! Я должен быть быстрым! Быстро поймайте мышь! Панго, ты мой герой! Помогите! Поросенок застрял в холодильнике! Никак не вылезу! Нужно помочь Панго вытащить поросенка! Мистер Кис, давай тащи! Да, тащи его! Мистер Кис, давай, тащи его! Тащу! Он так сильно застрял, что нельзя его вытащить! Что такое? Тащи его! Да тащу я его! Да тащу! Да никак, он не хочет его! Тащи его, сильнее его тащи, мистер Кис! Я его за ноги тащу, вот так! Ты такой сильный! Супер Панго! Благодаря тебе я нашел свои соленые огурцы! Это друзья! Соленые огурцы он нашел! После таких приключений Супер Панго по-настоящему проголодался! Ребята, давайте послушаем, как бурчит у него в животе! Вы как раз вовремя посмотрите, что есть в холодильнике. Давай смотри, Панго. Что же делать, Супер Панго? Не знаю. Нужно потрясти холодильником, чтобы еда выпала. Давай тряси холодильник. Давай, сейчас будем переворачивать его. Вот так. Ну высыпайся и все продукты. Самое главное, мои огурчики. Два лучших друга супер голодные. Какие мы голодные, еду, которая выпала из холодильника. Сейчас я буду кушать. Едят, мистер Кис. Так, покушает, молочко. Покушает. Курочку. Майонезиком. Майонеза. Что тут еще, мистер Кис? Кушай. Отлично. Я все ем. Кушает. Я все кормлю. Мистер Кис, посмотри. Спасибо. Конец! Уже все? Это первая история, ребята, закончилась! Вот это смешная история про супергероя Панго. Ребята, следующая история про Панго. Какая, Павел? Панго-пират! Страшный капитан Панго плывет вместе со своим другом, пиратом-кроликом. Полный вперед! За сокровищами! Трудно быть пиратом. Лодка приплыла к острову Сокровищ. Быстро, я хочу Нужно выйти! Нужно поместить Панго и кролика на песок. Так, вылезай. Так, кролик, выходи. Панго. Я не могу выйти. Я забыл свои ноги. Давай. Как его ноги мог забыть? И выходи на песок. Панго ноги забыл. Давайте посмотрим на сокровища. Ой. На карте Панго карта. Не очень понятно, куда идти. Давайте пальцем нарисуем. Я рисую путь. Уже! Ага, к сокровищам! Так. А что было бы, если бы Мистер мы неправильно пошли? Вот так. А если бы мы неправильно пошли? Да, мы что было бы? Мы встретили осьминога. Вау! Череп. Ой. И злого крокодила. Сокровища здесь, спрятаны в песке. Вау! Так, нам нужно копать пальцем, чтобы найти сокровище, мистер Кис. Пальцем копать? Да хватит трогать пальму.
Хватит трогать пальму. Давай, Панга, копай сокровища. Ролик. Копай, копай, копай. Копать пальцем? Как копать? Нет, надо не трогать Панга. Да я не трогаю. Надо копать пальцем. Сейчас я буду копать, подожди. Секундочку. Вот. Вот так, молодец. Ага, копай, вот копай это. Копай. Да, копай. Что-то лучше. Нет никого и ничего. Иначе мы сокровища не найдем. Где сокровища? Ты говорил сокровища. Давай, копай. Где сокровища, Павел? Еще копай. Ужас, никаких сокровищ. Отлично. Боже мой, мы богатый! Что внутри сундука? Заперто! Закрыто! Что делать? Надо выбрать правильный ключ. Мистер Кис, смотри, лежат ключи. Ага. Кролик сидит, секундочку, и выбирает, какой, помоги ему. Секундочку, ключик надо секундочку подобрать. Это первый попавший, что ли, выбрал? Ага. Да нет, вот же треугольный. А-а-а. Отлично. Япи! Драгоценные конфеты! Ура! Вот это да! Вот это сокровище! Но пираты любят сражаться! Это сокровища мои! Нет, мои! Что делать? Нужно поделить драгоценные конфеты поровну! Это как? Мистер Кис, это задание. Задание? Как нам поровну поделить? Как? Поровну? Больше это половины мне! Пополам. Так нечестно! Если поровну! Я же больше ну, давай, всех старался! Мистер Кис, сейчас пора буду делить! Давай! Иначе они сейчас передерутся! Ты думаешь? Так, секунду. Это так, мне. Мне тебе. Это тебе. Тебе мне. Это мне. Еще раз тебе. Это тебе. Еще раз мне. Мне тебе. Давай. Вот так вот. Давай, вот так. Какое восхитительное приключение. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Конец. Ребята, закончилась вторая история про Панга. Следующая будет история. Какая? Давайте посмотрим, какая. Хэллоуин Панга! Вау! Ничего себе! Поздно вечером кролик возвращался домой. Я потерялся! Посветите в темноте лампой. Давайте посветим. Что нам делать? Я боюсь! Поднять простынь! Отлично, мистер Кис! Это кто? Ты догадался? Это лиса! Какой шутник! Лиса и кролик пошли вместе. Я что-то там слышу! Что-то слышно! Нужно раздвинуть листья. Кто там? Давай посмотрим, мистер Кис, что там? Это вампир! Это вампир! Ужас какой! Этого страшилу как можно отпугнуть? Нужно бросить на него сосновые шишки. Шишки? Сейчас буду мистер бросать. Кис, вон шишки. Давай, бросай. Вот они. Бросай, быстрей. Да бросаю. Что за вампир? Шишки. Вот получи. Вот. Еще. Еще. Вот получи. Что? Что? Он потерял зубы? Это свинья. Это свинья, мистер Кис. Да. Три друга пошли вместе дальше, и в темноте они увидели свет. Свет, дом. Спасены. Мы спасены. Надо постучать в дверь. Ага, это стучали. Ведьма! Она такая страшная! Кролик, лиса и поросенок вошли в дом ведьмы. Вау, как страшно! Я сделаю волшебное зелье! Ингредиенты? В котел, мистер Кис. На полочке стоят волшебные ингредиенты. Да-да-да, сейчас, секунду, Павел! Давай приготовим зелье. И вот что так из этого получится? Вот так! Не знаю, что получится! Вот так! Еще одно! О, конфетное зелье! Готово! Ура! Спасибо, Панга! Ребята, на этом наш обзор игры Панга подошел к концу. Ура! Всем пока, с вами был Павел. И мистер Кис! Не забывайте ставить лайки. И подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!